Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Говорила», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить женский горный велосипед от торговой марки VNC. Модель называется Rock Rider A5 FMM. FMM имеется в виду Family, это женский велосипед. Велосипед с раскраской для девушек. На раме все такое прикольненькое, сидушка прикольненькая. Велосипед шикарный. На свою сумму, на свои деньги это изумительный вариант при желании купить хороший велосипед. Хороший велосипед Rock Rider A5 FMM в нашем магазине предлагается в двух расстовках. Есть велосипед с расстовкой 47 см. Это расстояние от вала каретки до подседельной трубы. Такой велосипед подходит для девушек, у которых расстояние от пятки до паха 81 см. Это рама 47. А если вы захотите купить велосипед с рамой 42 сантиметра, что также у нас представлено в магазине, то это на рост девушек, у которых расстояние от пятки до паха 76 сантиметров. 76 сантиметров рама, если будет 42 вами выбрана. Минимум, можно выше. Рама алюминиевая, колеса 27,5 дюймов, это два идентичных велосипеда. Количество передач 3 на 8, тормозная система гидравлическая. Есть крылья, пластиковые крылья, удобно, комфортно. Ну и подножка, которая позволяет легко ставить велосипед. Бросать не надо, всегда будет надежный комфорт. Велосипед комплектуется следующими, характеризуется следующими показателями. Покрышка. Покрышка идет с протектором, который мелкий, но и при этом высокие шипы позволяют устойчиво ехать по асфальту и комфортно ехать по пересеченной местности. Обод идет алюминиевый, двойной, усиленный, хороший, спиц из нержавеющей стали, втулка. Втулка шикарная, кванда. Кванда-втулка – это качество и комфорт. Тормозная система, повторюсь, гидравлическая. Вилка с ходом 100 мм. Рулевая идет полуинтегрированная. Если мы посмотрим на рулевую, вот тут вот такие выпуклости есть. Это говорит о том, что здесь стоит подшипник в обойме и помещен на саму рулевую. Тем самым, когда идет нагрузка, идет не на сами шарики, а на всю поверхность равномерно. Это увеличивает срок службы, более усиленная считается рулевая от этого. Это надежность и комфорт. Полуинтегрированная рулевая. Руль идет анатомический, немного выдут, по центру 31,8 диаметр, край сужается. Это говорит о том, что легкий алюминиевый руль. Рулевая маленькая, вынос руля маленький, что характерно для многих женских велосипедов. Тормозные ручки отдельно от монеток. Монетки Shimano. Монетки имеют градацию, показатель, на какой скорости вы едете. Левая рука, левый тормоз. Передний тормоз, передний переключатель, 3 скорости, правая рука, задний тормоз, задний переключатель, 8 скоростей. Это комфорт и качество. Если на велосипеде кататься много и комфортно, то будет всегда удобно. Это же гидравлика. Гидравлика всегда удобна. Выбирайте гидравлические велосипеды на гидравлической системе, на гидравлической тормозной системе, и вам будет оптимальная езда на велосипеде. Передние шатуны идут алюминиевые, с системой 22-32-42, пластиковый щиток, удобно, комфортно. Передний переключатель с верхней подводкой торговой марки Shimano. Сзади стоит тоже шимановский переключатель Altus на 8-скоростную кассету. Ниппель стоит у велосипеда автомобильный, комфортно качать, любым насосом можно подкачать, у автолюбителя взять да подкачать. Есть специальное отверстие, раз, два, и с этой стороны 3-4, на который можно установить багажник, и велосипед превращается уже в дорожный. Тем самым на горном велосипеде можно принимать участие в длительных затяжных поездках, путешествовать по Европе на таком велосипеде, вообще шикарно. Легкий велосипед, комфортный, предоставит вам много удовольствия. Ну, по отношению к характеристике легкий, стоит всегда говорить, что это все-таки легкий в ходу. На нем легко держать высокую скорость, комфортно ехать. А не носить, как некоторые думают, что легкий, значит легко носить. Нет, на нем легко ходить. Но стоит отметить все-таки его вес. Вес боевого этого велосипеда можно определить, только взвесив. У нас есть специальные весы, которые показывают, что этот велосипед весит 15 килограмм 200 грамм для велосипеда с размером колеса 27,5 дюймов, рама 47. Это нормально.
Ну, сидушка имеет еще, можно сказать, отверстие тут, что комфортно для того, чтобы кататься. Это снимает избыточное давление в паховой области. Пластиковые педали, довольно-таки широкие пластиковые педали. И седло можно регулировать при помощи легкосъемного эксцентрика. В общем, если вам понравился велосипед Rock Rider A5 FMM, звоните в наш киевский спортивный магазин на Харьковском шоссе. Приходите в магазин, оформляйте заказ по интернету на сайте velovivo.com.ua. Если вы хотите оставить отзыв, если вам понравился наш видеообзор, оставляйте на нашем канале, YouTube-канале Velovivo отзывы. Мы всегда вам ответим. Постоянный клиент скидка. До скорых встреч!